Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале Gadget Money. Сегодня мы поговорим о том, что на AliExpress 11 лет, распродажа, много скидок. Давайте начинать. Поехали! Итак, дорогие друзья, всеми любимый AliExpress, много знаете про него, много лет на нем что-то покупаете, в том числе и ваш покорный слуга там покупает. В общем, не суть. 11 лет, 29 марта, начинается масштабная распродажа с кучей всяких скидок, купонов, дополнительных каких-то плюшек, фишек. В общем, если что, на всю эту распродажу ссылка в описании, экономьте, будьте, как говорится, на чеку и покупайте только по выгодным ценам. Что в распродаже есть? Смартфоны, планшеты, телевизоры, одежда, электроинструмент, электротранспорт, в общем, есть все. Сегодня я с вами хочу поговорить о безопасности, о вашей security, скажем так, да. А что, почему я решил об этом поговорить? Вы знаете, что я строю дом в Крыму. Если не знаете, то есть определенный плейлист «Хочу свой дом». Если что, ссылки в описании, посмотрите, ознакомьтесь. Все, что первое появилось на участке, это интернет с Wi-Fi и, естественно, это видеонаблюдение. Видеонаблюдение, которое в последующем очень сильно помогло мне и моей семье быть в безопасности, доказать определенные моменты, пресечь определенные противоправные действия в нашу сторону. В общем, это действительно полезный функционал. Вы знаете, что и существует такая компания eTechnology, это все думают, что это Xiaomi, на самом деле это не Xiaomi, суббренд отдельный, большой, мощный, китайский, и они уже много лет на рынке видеонаблюдения, и, естественно, у меня их есть камеры. По-моему, 4 штуки, если не ошибаюсь. И все эти камеры сейчас работают в Крыму и очень сильно помогают мне следить за процессом, следить за безопасностью периметра, следить за безопасностью внутри дома. И сейчас мы поговорим о такой беспроводной камере, как Ками, Хом, что-то там. В общем, ссылки в описании, много названий, букв названий. Вот такой вот приехал комплект от производителя eTechnology и Ками. Fire Free Camera Kit. В общем, здесь должен быть набор, модуль, камера и батка для того, чтобы это все можно было поставить в доме и секьюрить это все дело через приложуху, через их облачный сервис и так далее. Я сейчас распакую, ознакомлюсь и вкратце расскажу вам, как и что здесь, во-первых, в комплекте, ну а потом, как это все будет дело монтироваться и работать. В общем, это беспроводная камера с отдельным комплектом, на который стоит обратить свое внимание. Когда я получил посылку, это действительно прикольный коробок такой. И до такой степени китайцы научились делать это все клево, то есть упаковывать. Ты получаешь кайф. Я даже от распаковки айфона не получаю столько удовольствия, как я получил от того, когда я начал распаковывать все это дело, всю эту коробку. Что у нас в комплекте? Непосредственно сама камера, зарядная станция, то есть зарядка, два дополнительных аккумулятора, один основной, один дополнительный, и базовая, то есть base station, которая непосредственно рулит всем процессом. К ней можно подключать дополнительные датчики, и один раз ее приобретая вместе с этой камерой, вы просто вкладываете в будущее, то есть последующие все датчики будут коннектиться к этой базовой станции. Что может эта камера? Ну, во-первых, она может давать вам видеокартинку 24/7, в том числе в темное время суток, инфракрасная подсветка до 7 метров, это 140 градусов угол обзора, это селектор, вы можете говорить, вам могут говорить и получать информацию на разных концах, скажем так, связи. Вы можете говорить в камеру, можете говорить в телефон, если вы, кстати, приложуха, application есть на все, на Windows, на MacBook, на Android, на iOS, везде есть свое приложение, которое все это дело децентрализирует, наоборот, централизирует, как бы, и вы можете наблюдать за всем этим и следить, и управлять своим умным домом, в том числе системой видеонаблюдения, системой безопасности через приложение, как бы, фирменное приложение компании eTechnology. Что я получил? В общем, Connect 5 секунд. Я получил моральное удовольствие от того, как я распаковал эти камеры. Я забыл на все, про все на свете. Я забыл, что надо что-то там снять для того, чтобы вам показать. Это просто такое неистовое удовольствие. Просто подключил. Там подключается очень просто. Подключается там, где у вас Wi-Fi роутер. В розетку свободную втыкаете. Провод от Wi-Fi роутера, чтобы добавлялся интернет. Прямо просто в кабель именно питания. Как бы, точнее, в розетку вкладывается этот. И все. От розетки в роутер, от роутера к базовой станции. Больше ничего делать не надо. Базовую станцию закинули, один раз настроили, а камеру вешайте везде, где хотите. Она работает по без проводу и без питания. Кстати, тут небольшая оговорочка. Без питания она работает, если честно, я ожидал большего. Это, наверное, единственный минус, который нашел в этой камере. Я думал, что
ну, камеры на батарейках будут работать, ну, примерно месяц. Нет, фиг там, ничего подобного, 3 дня максимум, 3, может быть, 5, если вы редко заходите, потому что чем чаще вы заходите, тем больше потоковой информации, тем быстрее расходуется аккумулятор. То есть он работает без провода вообще. То есть просто прикрепил, у него магнитное крепление, которое монтируется в любой части вашей стены, потолка, куда хотите туда поставьте. Можете просто поставить на стол, на какую-то поверхность, можете прикрепить на стену, как это сделал я. Настроили угол обзора, и все. Естественно, она не поворотная, потому что она магнитная. У нее никаких рычагов управления нет. Один раз настроили, повесили, понравился угол обзора, наблюдаете с этого ракурса. Не понравилось, перевесили. Вот этот вот нюанс, вот этот единственный минус, это маленький срок службы, не то что, а маленькое время работы от аккумулятора. То есть это 3-5 дней. Я рассчитывал больше, как минимум 10, 14, 30 дней. В комплекте 2 аккумулятора. Вы должны понимать, что если вы хотите, чтобы это у вас работало действительно по беспроводу, вообще без розетки, без каких-то проводов интернета, без поя питания, вы должны понимать, что вот это надо будет постоянно, вам надо снимать и вставлять эту батарейку, обратно ставить, заряжать батарейку, и вот этот процесс будет постоянно меняться. Если честно, я поигрался с этим, какое-то время это все дело у меня в течение месяца поработало, и потом перед отъездом я просто поставил это все. В комплекте есть, точнее, на самой камере есть разъем питания, просто микро-USB туда вставляется. До сих пор тоже, кстати, нюанс, могли бы поставить Type-C, но тут, наверное, экономия в процессе, потому что микро-USB, как бы, это унифицированный такой, как бы, разъем. Микро-USB включил, в розетку включил, и все, и никаких проблем. И у вас все работает просто по питанию, камера сама соединяется с базовой станцией и передает картинку. В принципе, наверное, все касаемо самой камеры, но остались эмоции. Эмоции, они до сих пор. Есть свои, как повторюсь еще раз, свои приложения на Android, iOS, MacBook, Windows. Все это без проблем, в одной экосистеме работает, входите под единой учетной записью и смотрите, какие у вас, что у вас происходит, есть ли какие-то это. Самое интересное, есть еще iCloud. Что такое iCloud для камер E? Это беспроводное, то есть это облако, куда загружается вся информация, если там датчики движения работают, кто-то пересек ваш периметр, настроенный вами заранее через приложение. Это все слетается в облако. Тариф надо покупать, но даже бесплатно, вы никому ничего не платите. На всю жизнь вам бесплатно дают 7 секунд после какого-то действия. Просто вот действие случилось, движение заметили, камера записывает 7 секунд, точнее она пишет постоянно, но 7 секунд вот эти просто постоянно слетают в облако. И вы в любой момент можете просто отмониторить это все. И это все хранится 24 часа. 7 секунд в течение 24 секунд, 7 секунд в течение 24 часов. Если хотите больше, как у меня тариф, соответственно, 15 дней в течение года. То есть 15 дней я могу отмотать и посмотреть, что было 15 дней назад. Это мега прикольно. Если случается какая-то ситуация, если вам что-то надо доказать, если, допустим, ваш периметр квартиры, дома, гаража, какого-то другого имущества нарушили те люди, которых вы не ждали в гости себе, или что-то случилось, может быть, что-то вы положили куда-то и не помните, да, в зоне действия камеры, вы всегда можете это посмотреть через приложение на компьютере либо у себя на телефоне. Это мега удобно, друзья, это просто супер. Поэтому я всем всегда буду рекомендовать камеры от компании eTechnology. Но это еще не все. Друзья, внутри, в описании под этим видео, будет промокод лично от меня на дополнительную скидку уже к тем всем скидкам, которые есть в честь распродажи Алиэкспрессу 11 лет. Поэтому бегом в описании, смотрим, мониторим. Если все устраивает, приобретаем. Я крайне рекомендую это сделать, потому что, ну, безопасность – это наше все. Друзья, спасибо большое за просмотр. Обязательно ставьте лайки, если понравилось. Диз-2 дизлайка, если не понравилось. Совсем скоро увидимся. У меня есть что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока.